С 12 мая в Подмосковье начинает действовать обязательный масочный режим. А давайте проверим, готовы ли к нему наши местные аптеки. Мы заглянули в несколько разных аптек города Щелково, побывали на улицах Институтская, Советская, Сиреневая, 8 марта и на площади Ленина. Оказалось, что маски в наличии есть везде, однако цены на них разнятся. Есть ли у вас маски в наличии? Многоразовые 260, одноразовые 45 рублей. Есть ли у вас маски? Здравствуйте, есть. А сколько стоит? 39. За одну маску, да? Да. Есть ли в наличии маски? Здравствуйте, есть. А сколько стоит? 349 рублей, 10 штучек. Стоит отметить, что купить маску в Подмосковье можно теперь не только в государственных и коммерческих аптеках, но и в сетевых магазинах. Также приобрести средства индивидуальной защиты есть возможность в салоне общественного транспорта, оплатив покупку стрелкой либо банковской картой. Промышленность благодаря мобилизации, благодаря импортным поставкам нарастила, соответственно, количество защитных средств. Сегодня и в коммерческих, и в государственных, у нас государственных 300 аптек, мы имеем маски. Напомним, что носить маски, респираторы и другие средства индивидуальной защиты необходимо во всех общественных местах – магазинах, аптеках, транспорте, медицинских учреждениях. Кроме того, использование масок обязательно на всех предприятиях, которые продолжают работу во время режима самоизоляции. В Подмосковье он был продлен до 31 мая включительно. В Щелково улице города теперь патрулируют волонтеры, которые в случае отсутствия у людей защитных масок раздают их бесплатно. А вот контролировать соблюдение новых правил будут сотрудники полиции. С 12 мая тех, кто находится в общественном месте без маски, могут оштрафовать на сумму в 4 000 рублей. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.